Всем здравствуйте, ребят! Начинаем наш сегодняшний вебинарчик. Начнем мы, конечно же, как обычно, с проверки, хорошо ли нас слышно, видно, как вообще все со связью. Скажите, пожалуйста, если меня слышно, видно презентацию на моем экранчике, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если что-то не так, поставьте, пожалуйста, минусик в блоке вопросов. Я посмотрю, что у нас здесь по аудитории. Хорошо, я вижу сплошные плюсы, значит, считаем, что у нас все в порядке. Значит, сегодня у нас, собственно, будет вебинар идти практически. Я буду много всего показывать на экране, поэтому, если вам хочется видеть меня меньше, вы можете убрать веб-камеру, можете развернуть на рабочий стол, можете двигать как вам удобно. Собственно, там есть для этого интерфейсик. Собственно, если попал звук или что-то еще, пишите в вопросах, но чаще всего по ресурсной части у нас уже давно все окей. Вот, поэтому, может быть, плохо каналам, есть смысл переподключиться или что-то еще. Собственно, я буду по ходу вебинара делать остановки и отвечать на вопросы, которые вы задаете. Поэтому, пожалуйста, спрашивайте, я буду делать паузы, смотреть, что интересует больше всего, и стараться ответить максимально всем, касаясь темы вебинара. Конечно же, на вопросы, как сделать этот магазин, мы сегодня с вами отвечать не будем. Собственно, какие темы мы с вами сегодня посмотрим? Это у нас, как в целом, подготовиться к экзамену. Сегодня речь про второй экзамен, но, в общем-то, это все равносильно и для первого. Я еще раз напомню, чтобы вы не ходили и не жгли зря ваше время, средства и так далее, не подготовившись. Это важно, без подготовки сдать практически, не получится, скорее всего. Это очень редкие случаи. Дальше мы посмотрим сегодня две основные... Значит, тема основная будет одна – это кэширование в компонентах, отложенные функции. Мы с вами пройдем немножко... По-быстрому посмотрим основные там элементы. На самом деле мы до сих пор встречаемся с ребятами, которые приходят на экзамен номер 2, неплохо знают все темы, но вот именно с сложными функциями не все ладится и из-за этого не сдают экзамен. Поэтому еще раз про это расскажу. И буквально пару слов про ShowViewContent. Это тоже, в общем-то, технология, основанная на отложенных функциях, но она отличается, поэтому я про нее коротко очень скажу отдельно. Вот такой у нас сегодня план. Собственно, чтобы лучше понимать, что у меня сегодня за аудитория, давайте мы проведем небольшой опрос. Ребята, кто делал сайты на Битриксе? Хотя бы один. Плюсик, пожалуйста. Если вдруг вы сайты еще не делали, пожалуйста, минусик. С нами сегодня все разработчики или кто-то зашел просто послушать, может быть. Сплошные плюсики. Хорошо. Ребят, кто сдал первый экзамен? Первый. Даже, может быть, не то, чтобы сдал, а вообще сдавал. То есть уже ходил на экзамен один, пробовал, может получилось, может нет. В основном плюсы, я вижу несколько минусов. Несколько минусов – это значит готовиться заранее ко второму. Ну хорошо, это на самом деле очень полезно, на мой взгляд, независимо от того, сдаете вы экзамен или нет, хорошо разбираться в этих технологиях. Окей, и если с нами те, кто уже был на втором экзамене, скажите, пожалуйста, плюсиком, если были уже на втором экзамене, и минусиком, если на втором экзамене еще не были. Больше не были на втором экзамене, значит, самая та, как в моем понимании, аудитория, и сегодня будет очень у нас подготовленная с вами работа. Пожалуйста, в вопросах активничайте, я постараюсь ответить по максимуму, сколько успею. Хорошо, собственно, перехожу к своему докладу. К вопросу вернусь чуть позже. Так, значит, кто у нас обычно присутствует на экзамене, кто приходит? Как я развожу на категории по тем результатам, которые мы проверяем. Ребят, реально вижу, что не готовятся. До сих пор. То есть человек пришел, видно, что он решил 2 задания из 5, ну и, в общем-то, решил так себе. Очевидно, что было, никак не успеть сделать все. Это означает только одно – не подготовился. Дальше бывает, ребята, в общем-то, все сделали, но в одном или в двух заданиях что-то не заладилось, они реально, может быть, не успели доделать или где-то ошиблись. Прям бывает видно, что вот отложенные функции кэширования, в том числе первое задание, которое обычно идет в билете, не реализовано, остальное все сделано. Смотришь потом, что же там произошло. Человек, не сложилось у него до конца разрабатывать, что не так происходит, он потом даже вернулся к первому заданию, но наше время ограничено, это очень важный фактор. Это прям правило. Если вы где-то плаваете, какую-то тему не до конца понимаете, высокий шанс, что она выпадет вам на экзамене, и вы из-за этого не сможете его сдать. Нужно разобраться во всех темах. Самое, на мой взгляд, такая обидная даже для меня и, наверное, наверняка для сдающего. В общем-то, все решил, и решил классно, но есть пару ошибок. Вот прям те самые ошибки, которые у нас в правилах выделены жирным, знаком восклицания. То есть мы акцентирую внимание, что это очень важно. Во всем надо разобраться, прежде чем идти на экзамен. И вот прям именно эти ошибки, которые совершают чаще всего, мы сегодня с вами будем рассматривать. Это все связанное с кэшем в компонентах. Ну и, собственно, да, те, кто сделали верно, чаще всего они даже бывают совершают досрочно, хорошая подготовка, видно, в системах хорошо разбирается, от и до сделано, есть время даже проверить себя или что-то еще. В общем-то, я очень рассчитываю, что вы придете сдавать экзамены. Это очень крутой способ замотивировать себя, разобраться во многих вещах, которые вам могут сильно проще, быстрее делать проекты. Ну и, собственно, если сдал, то, безусловно, это ачивка, это очень круто, и в демонстрации работодателя, ну и, в общем-то, в себе. Собственно, все для этого есть, и сегодня я постараюсь усилить ту информацию, которая нужна, чтобы успешно сдать. Если вы вдруг еще не видели, у нас прямо на сайте есть раздел, там 3 пункта. Самое важное, конечно же, второй. Подготовиться, да, узнать все технологии на практике. То есть вы фактически должны взять билет или даже все задания, уметь их решать. Стандартная ошибка опытных разработчиков, они по диагонали просмотрели билеты, говорят, я все знаю, но не решали. На экзамене спотыкаются где-то, но не помнят, как именно это работает, теряют время, не сдают. Сесть, прорешать все задания рукой, чтобы вспомнить, как это все происходит, обязательно. Правила все понимать обязательно. Если вы читаете правила и не понимаете, что оно значит, что конкретно на практике необходимо сделать, высокий шанс, что вы просто это правило по незнанию не выполните, не сдадите экзамен. Буквально я вчера проверял экзамен, все сделано отлично, один пункт не выполнен, человек так и написал, что я, наверное, не понял, что нужно сделать, и, к сожалению, я ставлю не сдачи и на пересдачу. Тестовый билет решать на время обязательно. Вы смотрите тестовый билет локально, если тем более в вашем окружении, 3 часа максимум. Если вы скачали наш демо-сервер, это пункт 3, мы очень рекомендуем скачать демку, открыть, посмотреть, на что похож интерфейс. Ну, собственно, многие первый экзамен сдавали, уже понимают, собственно, в чем дело, и на второй экзамен будет уже идти проще. Среда будет знакома не только по подготовке, но и непосредственно по сдаче экзамена. Еще раз скажу здесь небольшой дисклеймер. Понимаю, что неудобно, понимаю, что терминал, понимаю, что среда, но основная ценность сертификата – это честность, что вы в одинаковых условиях со всеми сдали экзамен без подсказок, без каких-то возможностей скопипасить или что-то еще, все было честно. Да, доступ в любом случае будет давать небольшую латенцию, интерфейс не будет такой быстрый, как локально, это вызывает неудобства. Понимаю, что на экзамене это прям может мешать, но одинаковые условия для всех. Вот. По большому счету это основной элемент, и мы постараемся эту тему развивать. Возможно, мы сможем сделать так, чтобы сервера были ближе и пинг был меньше, но здесь прям сложно что-то прогнозировать. Мы сегодня видим по анкетам, я же обязательно анкетирую и спрашиваю, как интернет, как что. У ребят 50 мегабит канал и очень плохое было соединение. Но так оно простроилось, такой провайдер, что-то еще. Бывает у ребят 5 мегабит и все хорошо. Там очень сильно влияет именно пинг до серверов от вас, и маршруты могут получиться очень разные, даже на одном провайдере. Собственно, еще раз про сайт, сертификация разработчиков, как подготовиться и сдать успешно, это все есть. Если вдруг вы не видели, да, вдруг ребята приходят на первый экзамен, без подготовки сдают, вся информация здесь есть. Прям как подготовиться и успешно сдать, все по пунктикам описано. И материалы для подготовки. Сам экзамен, требования, тестовые задания, тестовые билеты, материалы. Темы заданий, да, в них выделены правила выделены значком восклицательным, красным цветом и жирным, нельзя нарушать. Хотя бы одно нарушено, скорее всего, экзамен будет не сдан. Собственно, они достаточно банальные, они связаны с тем, что нельзя копипастить то, что вы не понимаете, что нельзя менять ядро, здесь все понятно, не нужно писать API в шаблоне, для этого есть компоненты, ну и так далее. Я не буду сейчас обращать внимание, вы их все наверняка видели, если не видели, то посмотрите. Я очень рад, что мы смогли добиться и объяснить, мы сегодня практически не видим ошибок, связанных с вызовом линейного get-листа однотипного в циклах. Это очень круто, это на самом деле сильно частый ошибочный паттерн, который используют, и проблема в том, что обычно он вылазит после запуска проекта. Бывает, проект поработает немало времени, выйдет на хорошую посещаемость, каталог наполнит большими данными, и вот тогда проблемы начнутся. На этапе сдачи проекта, когда у вас 5 позиций в каталоге, вы этого не видите, не ощущаете. На самом деле это очень важная штука. Хорошо, что с ней теперь все хорошо. Но осталось, видимо, дожать тему по кешированию, что мы сегодня с вами и будем делать, чтобы хорошо в ней все ориентировались. И основные много пунктов связаны именно с ней. Собственно, я покажу. Ну окей. Значит, соответственно, основные правила, по которым ошибается и по которым мы сегодня будем смотреть. То, что при кастомизации компонентов не учитывают, что при кэше должно все работать так же, как и без него. Сделали, кэш сброшен, все хорошо, кэш работал, собственно, ничего не работает. Так нельзя принципиально. Кэш важен, он должен работать в ваших методах, которые вы делаете. Это обязательно должно быть сегодня, не только на нашем экзамене. Собственно, на экзамене мы не требуем того, чего не должно быть сделано в ваших проектах реально. Второй пункт – это то же самое, если вы делаете, собственно, компонент свой. Собственно, пункт третий, он про то, что бывает не кешируют данные динамические. Такое, на самом деле, тоже бывает. Вот это очень важно. Получите данные из инфоблока, оберните в кэш. Собственно, очень частая сегодня ошибка – это в кэш-компонентах сохраняется значение только тех переменных, которые будут использоваться далее в некешируемой части. Часто оставляет по умолчанию. А сохраняется все, так нельзя. Часто сохраняет все, не глядя, собственно, например, то же самое зачем. Я сегодня поподробно буду об этом говорить. Собственно, небольшую сделаю паузу, чтобы отдохнули, переключились. По вводной, возможно, у кого-то что-то есть по вопросам. Значит, организационно правило прохождения первого, второго отличается. Соответственно, организационные правила, куда вам нужно прийти, комната, компьютер, ноутбук, все остальное, система которой не отличается. В качестве тем и правил решения вообще все другое. Экзамен 2 – это другие темы, естественно, там обозначены другие правила. Экзамены не дублируют друг друга, они расширяют. Собственно, где прочитать эти важные правила? Я вам только что показал, собственно, вы скачиваете описание тем экзамена, что вам вообще, собственно, придется задавать, да, на какие темы. Там же применены правила. Такс. Теперь пишут, что сдали экзамены с второго раза, пришли закрепить. Это на самом деле очень приятно, то, что знания нужны. Ребят, запись обязательно будет, если технически все пройдет хорошо. Я ее веду, но бывает всякое на самом деле, поэтому здесь 100% гарантии я, к сожалению, дать не могу. Давайте я еще раз проконтролирую, что запись у нас по системе включена, все хорошо, здесь никаких вопросов у нее вроде нету. Ну окей, организационно посмотрели, поехали дальше. Первая тема – отложенные функции. Собственно, здесь очень простая вводная. У нас что есть? Есть скрипты. Да, весь один из битрикс – это набор скриптов, которые исполняются друг за дружкой. Хедер, технические скрипты, шаблоны, страницы непосредственно со всеми скриптами, которые на ней есть, которые подключаются в init, ну и так далее, и так далее. Последовательность. Каждый скрипт после себя, не обязательно каждый, но некоторые скрипты после себя отдают какой-то итог для браузера, это HTML, это текст, что-то еще. Собственно, все это собирается и выплевывается в браузер. Браузер отрендерит. Да, логика понятна. Но нужно понимать, что на самом деле чуть-чуть посложнее это реализовано. Там есть у нас буфер. Да, когда отработал какой-то скрипт, например, файл шаблона header PHP, он завершился, данные отправились, но ничего не в браузер, а в буфер. Да, и это очень сейчас упрощенное объяснение, но на самом деле они фактически вам доступны в строке, она лежит где-то. И можно с этим поработать. Этот HTML, а отданный буфер можно менять. И как работает система? Она собирает все файлы, отрабатывает все файлы, в буфере собирается вся HTML-ка, на которую можно влиять. И у нас даже есть специальное событие, я сейчас его продемонстрирую, когда у вас доступен весь контент страницы, который еще не ушел, что-то можно в нем изменить. Но это не отложенные функции, это просто возможность, которая тоже иногда может быть полезна быть в проектах. И только потом, собственно, отдается в браузер. Именно это и позволяет реализовывать отложенные функции. Чтобы чуть-чуть, может быть, лучше понять, о чем я говорю, я открою сейчас страничку документации. Да, там, где дается страница и порядок ее выполнения. Собственно, здесь такой пункт есть. Начало буферизации вывод. Все, что сейчас будет выплевываться скриптами, эхо, HTML, который встречается, он будет входить в буфер. Здесь у нас есть завершение буферизации. Понимаете? То есть это даже обозначено, собственно, в плане страницы, как это у нас происходит. Собственно, у нас есть событие on-end buffer content. Есть описание документации, описание, конечно же, не сильно большое, но самое главное, это здесь есть интересный пример, который вы можете проэксплуатировать. И давайте я попробую это продемонстрировать. У меня должна быть заготовка сегодня для вебинара. Да, вот он у нас обработчик в файлике, event handler, API-функция, которая регистрирует обработчик на событие on-end-buffer-content. Функция называется iCanChange. Да, и, собственно, функция очень простая. Она получает один параметр, который передается по ссылке. Это, собственно, HTML сформированный. Я просто с TRBS заменяю слово «компания» на «суперкомпания». Да, и вот у меня, собственно, сайт, да, демонстрационный. Вот у нас есть слово «компания». Если мы обновимся, мы увидим, что он заменился. Так может и поиграться со страницей. Но это не значит, что так вам нужно самостоятельно что-то реализовывать, тем более в наших ваших проектах. Для этого уже есть готовый API, о чем я сейчас буду говорить. Авторизуемся, чтобы у нас была админка доступна. Так, хорошо. Собственно, если еще раз на пальце, как работают отложенные функции, какая идея здесь заложена, что скрипт, который сгенерировал некоторую часть HTML, например, первую часть шаблона, header PHP, он поставил в HTML где-то метку. Я обозначил на картинке это текстом «Replace me». Это условно. Так, конечно, не происходит. Там немножко более другая технология, связанная с несколькими буферами сохранения того, что нужно изменить. Но по сути. А дальше, к примеру, у вас есть скрипт, страничка или компонент. И вы обращаетесь к этому буферу как к строке и говорите: «Замени мне «Replace me» на то, что я хочу». О компании, что-то еще. Собственно, наверняка вы видели, как именно так и работают функции типа установки заков страницы и так далее. Собственно, очень подробно про это все сказано. Информация есть в курсе, есть информация в видеоуроке. Я сейчас не буду туда возвращаться, рассказывать все подробно про все эти отложенные функции. Их много. Самое главное, что есть ряд функций, которые вам можно и нужно уже сегодня использовать. И их нужно использовать также при решении заданий на экзамене. Наверняка вы часто их используете в проектах. Вы задачи все уже решены. Снука данных страниц, титул, keyword, description и так далее. Даже есть ShowViewContent, я не скажу в конце вебинара для комментов, чтобы целую HTML-ку передать, допустим, из компонента со страницы в шаблон. Можно делать свои отложенные функции. Но по большому счету, вам хватит для решения частых задачек более простой функции, даже более простой, а одной функции всех отложенных, связанной с установкой свойства страницы. Сейчас, чтобы перейти к практике, я еще раз покажу то, что наверняка все уже знаете. Например, у нас в хедере PHP, в файле шаблона, есть ShowHead, SetTitle, ShowPanel, ну и, собственно, там самый популярный ShowTitle. Это и есть функции отложенные, которые, по большому счету, ShowTitle ставит здесь меточку, что сюда должен быть поставлен потом в итоге HTML конкретный текст заголовка. А на страницах сайта он ставится, в компонентах он ставится, то есть в разных местах. Собственно, отложенные функции, индексная страничка. Вот у нас тот самый SetTitle, да, то есть отложенные функции. Я могу вызвать сам их где угодно, в удобном мне месте. Конечно, через страницы их не вызывают, здесь контент, это я сейчас делаю для примера. Собственно, хочу продемонстрировать, что функция может вызываться сколько угодно раз. И заголовок будет установлен по тому значению, который был вызван последний раз, как сказать, крайний по исполнению, да, по порядку исполнения. Отложенные функции, вот у нас заголовок, заголовок в браузере. Вот у нас, собственно, то, что я ставлю в последний раз. Это, кстати говоря, приводит к частой ошибке еще в первом экзамене, что вы компонент кинули в шаблон, у него стоит галочка, установка заголовка браузера. Так он получается, или в футере, да, в хедере не так страшно, потому что на страничке будет переопределено. А вот если в футере единица компонент размещен, то он будет перезабивать, он будет вызывать SetTitle последний. Потом еще можно долго тратить времени, чтобы понять, а что произошло, почему, собственно, заголовок-то у меня не ставится, хоть я уже 100 раз вызвал функцию, потому что он переопределяется потом дальше. Собственно, мне кажется, здесь достаточно хорошо, понятно и просто. Если я ошибаюсь, если непонятно, пожалуйста, спросите. Так, здесь пока что... по теме нет. Сергей Рыжков, при установленном фильтре не кешировать. Давайте попозже поговорим в конце. Он не совсем по теме, но, безусловно, интересный вопрос, относящийся к кешированию. Я не планировал сегодня не говорить. Там, на самом деле, почти никто не ошибается. Если успеем, его подробно с вами тоже разберем. Ну окей, пока по теме нет. Собственно, понимаем, да, о чем речь, наверняка все сами это много раз использовали. Поэтому все типовые задачи, связанные с тем, что нам что-то нужно сделать в HTML, например, в хедере, да, тот, который уже построен, но и страницы или компоненты упираются в использование этих отложенных функций. Значение специфичного тега, дроп-данные в любой тег подставить, например, какие-нибудь стили, чтобы спрятать его вообще, если это одноколонку нужно сделать вместо двух, или что-то еще. Картинку подставить куда-нибудь вверх, текст подставить вверх. Все что угодно. Решается это, в общем-то, через свойства страниц, через ShowProperty, SetPageProperty и еще есть GetPageProperty, но она даже нам, собственно, и не нужна. Ребята, обращаю внимание, собственно, вот эти отложенные функции типовые, они включают в себе три функции, да, которые решают одну задачу, они нужны все. Show ставит метку, он ничего не возвращает, это API-функция. А вот снизу приведены примеры, что присваивать переменные prop, значение равное application, ShowProperty нет никакого смысла, потому что ничего не будет присвоено. Вообще-то функция, она ничего не вернет. Она в то место, где вызвана, поставит метку. Все, больше она никак не работает. А вот, собственно, SetPageProperty, она установит значение, которое будет поставлено в метку. Но тоже, собственно, не в том месте, где она вызвана. А она как бы говорит системе, что я тебе говорю, что поставь, пожалуйста, вот такое вот значение. И сама система уже, платформа, вызовет в конце самой своей работы GetProperty, да, и подставит его. Собственно, мы тоже можем вызвать GetProperty, но функционально от этого не сильно много смысла. Не знаю, может, какая-то у вас специфичная есть логика. Собственно, теперь на примере, чтобы было до конца понятно. У меня есть заготовки, чтобы не набирать, чтобы писать быстрее, я буду все подробно здесь пояснять. К примеру, мы в заголовке сайта, в конце хедера, хотим подставить специфичное значение тега мета. MyMeta есть и контент. Собственно, я здесь указываю, что ShowProperty, я ставлю метку, она называется MyMeta. Они могут не совпадать, это у меня так получилось, они могут быть разные. Важно вот этот вот, это айдишничек метки, если так можно сказать. Да? Или, к примеру, я хочу сделать так, чтобы перед слоганом вводился какой-нибудь текст. Да я тогда говорю, что, собственно, сделаю здесь метку MyText. Собственно, а затем на странице, у меня в данном случае это просто индексная страничка в разделе, я говорю, собственно, set, да, у меня есть MyMeta, есть этот текст перед заголовком, я говорю, установи значение, передай его вверх. Давайте попробуем обновиться, посмотреть, что получается. Вот у меня появился текст перед заголовком. Если мы откроем с вами исходный код страницы и поищем здесь header, то мы увидим, что здесь у нас есть и мой метапроп, это супермет. Понимаете, да? То есть очень просто, мы пробрасываем вверх любые вещи. Я мог бы таким образом регулировать и внешнее отображение, если бы мы поставили какие-нибудь, допустим, стили или что-то еще. Здесь несложно. При этом, смотрите, я в принципе могу здесь дернуть значение, попробовать, воспользоваться GetProperty, да, MyText, и вывести его на страничке. В принципе, это сработает. Почему? Потому что он уже установлен. Секундочку, я скрою, чтобы было лучше видно. Да, мы его вернули, текст перед заголовком, но если я сделаю ту же самую функцию перед тем, как я сделал SetPageProperty, скорее всего, я там ничего не увижу. Видите? Потому что get, он, это не метка, он говорит, дай мне значение переменной текущей из PHP, а его там еще нету. Вот это ключевое отличие. Я видел, как ребята путаются на экзамене и пытаются какую-то из этих функций вызвать. Ребята, вам, скорее всего, GetProperty вообще не нужно, скорее всего. И в ваших задачах боевых вы делаете установку метки и выбрасываете значение. Все. При этом SetPageProperty мог быть вызван сколько угодно раз. Да, то есть я могу вызвать его еще раз, поставить текст 2, и каждый раз будет браться значение последнее. Так. Так. И для примера еще раз его здесь с вами попробуем и вывести, и видим, что он ушел сюда с двоечкой, и здесь он стал с двоечкой. Вот такие вот образы. Если кажется сложным, я предлагаю просто поэкспериментировать. Да, на самом деле ничего сложного здесь нет. Собственно, посмотрели, как значение передается, как работает связка, и это на самом деле еще и свойство страницы. Да, мы не просто говорим «поставь метку», мы говорим «установи значение свойства страницы». Что это значит? Что ими можно, во-первых, управлять администратором, да, и их можно наследовать от раздела в странице. Вообще, по большому счету, это тема первого экзамена, но там администрируются и наследуются стандартные свойства. А здесь суть в том, что ваше свойство, которое вы бы сделали, тоже может управляться администратором сайта без разработчика для статических страниц. И можно сделать наследование. Нам нужен, собственно, наш код, MyText. Да? И если я в админке, в настройке модулей, это у нас управление структурой. Здесь есть такой раздел типы свойств. Я здесь сделаю MyText. MyText. Сохранить. То его можно будет менять у разделов и страниц сайта. У разных. Да? Ну, где у нас статичный раздел есть. В компании руководство. Изменить страницу. Заголовок и свойства страницы. Вот он, мой текст. Мой текст. Сохранить. Мы видим, что он сюда тоже пробрасывается. Иногда это будет очень, опять же, очень удобно для решения класса задач, когда вы не только динамически управляете какими-либо данными, которые пробрасываются вверх, но и когда нужно дать такую возможность и администратору сайта что-то менять. И мы можем взять и установить для всего сайта, да, для раздела значения. Это по умолчанию значение для всего сайта, и он будет так его и ставить. Реализуется это очень-очень легко в платформе. Если вы обратите внимание, то у нас же есть файлы section, да, в которых, собственно, прописываются вот эти вот свойства. У нас есть, я указывал его у руководства, это у нас Management PHP Company, Management PHP. И вот он, собственно, здесь вот также прям в страницу и, собственно, и прописывает SetPageProperty. Когда мы что-то внесли в интерфейсе, работает это точно по таким же правилам и принципам. Собственно, здесь показал, все мы это с вами сделали. Это самая простая была вводная часть. Я надеюсь, что здесь все более-менее ясно. И если вдруг есть вопросы, давайте на них отвечу. Когда появится экзамен на эксперта? Ребят, я очень надеюсь, что в этом году есть ряд целых нюансов, по которых мы не запустили его быстро. И, возможно, это и неплохо, потому что опыт второго экзамена дает нам понимание, что очень много вещей не просто формализуется. И мы смогли сделать второй экзамен однозначно, у нас не возникает спорных вопросов, как надо делать, как не надо, благодаря этому очень хорошо описанным правилам. Третий экзамен еще больше входит в область, когда задача решается очень по-разному, что такое правильно, что такое неправильно, там будет еще спорнее. Постараемся сделать в этом году. Андрей что говорит? Возникает ситуация, что ShowProperty в темплейт шаблона, в компонент эпилоги, становится через SetPageProperty. Верстка сыпется. Андрей, ситуация не выглядит проблемой использования технологий, то есть вы, скорее всего, просто что-то, может быть, не смотрели, связанное с версткой и что-то еще. Я вам сходу не скажу, это точно не похоже на какую-то стандартную ошибку или недопонимание технологий. Здесь готового ответа у меня нет, надо будет смотреть подробно. Как можно вмешиваться во внешний вид страницы с помощью SetPageProperty? Спрашивает Роман. Роман, стилями, к примеру. Вы можете скрыть какой-нибудь блок, поменять блок, вы можете вообще JS, например, каким-то образом врубить, что-нибудь еще. То есть вы просто из контента страницы влияете на то, что у вас будет сверху. Вы можете добавить файл стиля специальным API, вы можете добавить файл скрипта специальным API, что-то еще. Как, к примеру, изменить ширину рабочей области? Вы прописываете стиль тегом соответствующим и меняете. Понимаете, ведь верстка еще не ушла. И вы можете повлиять на те параметры тегов, их свойства, стили частоты, которые пока что лежат. Денис пишет, что использование в кешируемой части ShowProperty убивает сброску. Денис, вообще использование в кешируемой части ShowProperty просто не работает на самом деле, и я сегодня об этом буду много говорить. Но окей, в целом, понятно, постарался ответить, едем дальше. Собственно, а давайте-ка мы с вами попробуем решить следующую задачку. И сразу попробуем понять, какая типовая ошибка совершается. Хоть не сильно часто, но нередко она одна вообще. Вот эту ошибку только делают, и, к сожалению, это точный экзамен не сдан. Мы хотим, чтобы в шаблоне сайта, в header PHP добавить тег PPSO, куда выводится текст. Ну, собственно, я его уже делал. Давайте мы его немножко тогда приведем в соответствии с заданием. У нас там будет P, обрамление, да, здесь, и, собственно, наш текст. Это мы с вами, в общем-то, уже умеем делать, да? Смотрим, что у нас нового. Да, то есть для статичных страниц выводимый текст дается администратором, текст по умолчанию 6 нулей. Ну окей. Сейчас мы с вами эти 6 нулей по умолчанию сделаем. Мы его в корне сайта, изменить раздел, свойства раздела, мы его ставили вот так, сделаем здесь 6 нулей. Окей, 6 нулей, все хорошо. Собственно, самое интересное теперь с динамиками. Чаще всего нужно динамическое изменение. В разделе новостей определить дату новости, отображаемой первой на текущей странице, и полученный результат установить как значение текста. Я думаю, здесь многие узнают что-то похожее на задание для подготовки к экзамену. Собственно, что нам нужно? Да, собственно, кастомизация компонента, я подготовил раздел, здесь лежит обычный компонент новостей, я кинул стандартный, поставил, что используются новости. Давайте я пока поставлю дефолтный шаблончик и сохраним. Этот компонент у нас используется стандартно. Собственно, окей. Как нам сделать, чтобы здесь выводилось то значение, которое нам нужно? Нам нужно его пробросить. Да, и, собственно, так как это компонент стандартный, код его изменять нельзя. Скопировать его в папку локал и изменить тоже, на самом деле, не будет решением задачи правильно, потому что вы, по сути, опять же, меняете компонент на самом деле. Суть в том, чтобы остаться в рамках стандартного компонента, чтобы он остался в сопровождении и так далее. Что иногда очень редко делают, это крайне неправильно. Конечно же, меняют файл template.php, да, что, в общем-то, будет неверным, но мы с вами это проделаем, чтобы убедиться, чтобы те, кто сейчас разбирается впервые, поняли всю ситуацию. Ну, давайте я скопирую шаблончик, назову его вебинар. Вебинар. И сохраню его в текущем шаблоне сайта. Сохранить. Текущий шаблон сайта. Компоненты, bitrix, newslist, вебинар. Template. Да, и радостно, зная, что это отложенная функция, да, что у меня доступно SetPageProperty MyText, я сюда иду и ставлю. Я воспользуюсь заготовочкой, опять же, кода, чтобы набрать его как можно скорее. Да, то есть я беру наши items, у нас в шаблон передается, вырезает с ключом items, где здесь хранятся все новости. Я беру тег, который первая по списку 0, актив room, не буду рукава обращать к нулевому массиву, можно красивее получить первый и все остальное. Собственно, вызываю application setPageProperty. У меня есть мой тег, собственно, мне нужно убедиться, что он совпадает, да, мне нужно взять my text, вставляю переменную, и что у нас, собственно, происходит? Смотрим, все хорошо, поставилась первая дата. Но кто уже знает, что это все хорошо, что будет? Скажите, пожалуйста, пока прокомментируйте. Кэш. Точно, будет кэш, ребят. А что значит кэш? Это значит, что если в этот момент вы озаботитесь, вы уберете clear кэш, из строчки обновить и выйти, что осталось то значение, которое было по умолчанию. И функция не срабатывает. Отчего же так? И, собственно, следующая часть вебинара у нас будет посвящена именно этому. Сейчас будем с вами подробно разбираться, почему не срабатывает и как должно быть, чтобы срабатывало. Какие вообще есть нюансы и при создании собственного компонента, и при кастомизации стандарта. Вот так вот делать, как я сейчас сделал, точно нельзя. Это сразу не сдал. В принципе, даже если все остальное у вас сделано идеально. Потому что кеширование в динамических компонентах должно быть включено, кеширование должно быть включено во всем проекте, и все должно работать правильно. Все, что вы пытаетесь дорабатывать. Есть такие самые умные ребята, они сделали, увидели, что не работает, и отключили кэш. Ребят, так нельзя делать в проектах никогда. Если кэш продуман, он должен быть, конечно, он должен быть включен. Безусловно, есть логика, которую кеширование не подразумевает, мы сейчас о ней не говорим. Собственно, это на самом деле довольно-таки ситуация нечастая. Кеширование в компоненте. Два слова про само кеширование, чтобы опять синхронизироваться, хотя я думаю, что большинство знает. Это способ экономить ресурсы сервера и ускорять работу. Да, вы можете каждый раз дергать MySQL, вы можете обсчитывать все каждый раз заново, но если это можно, то актуально уже созданный результат сохранить, чтобы не тратить ресурсы на еще раз его вычисление, и это выжать сразу. Технологий кеширования у нас в продукте очень много. Есть в компонентах на уровне объектов системы, некоторые API поддерживают. Я не знаю, вышел ли это в релиз, но в том самом D7, если вы сделали гет-лист, он может и закешироваться, вам нужно, вы делаете его еще раз, а он уже отдается из кэша, если параметры те же, ну и так далее. Есть целая огромная отдельная технология композитного кеширования и так далее, и так далее. Сегодня мы будем погружаться подробно и нырять в кэш в компонентах. Как говорит практика, там еще разбираться и разбираться. Вот такая вот картиночка, которую я назвал упрощенная схема работы компонента. Не старайтесь сейчас ее всю изучить подробно, я покажу ее по кусочкам. Мы будем идти от простого к сложному, и в итоге мы придем опять к этой схеме, но уже с пониманием, как это все работает и зачем. Собственно, интересно, не упал ли счетчик участников, не все ли подумали, что... Может, решил, что ну его, глядя на эту схему, разбираться в кэше компонентов, но вроде все живы, счетчик не уменьшается, значит, все хорошо. Собственно... Смотрим. Я думаю, что на базовом уровне все хорошо понимают, что у нас есть файлик компонент PHP, где реализована вся логика, мы там дергаем базу, мы там что-то вычисляем, перебираем, что-то еще делаем. Да, дальше, собственно, у нас подключается файлик template PHP с помощью специального API, в котором мы созданный error result, где все необходимые переменные, обернули в нужный нам внешний вид, HTML и отдали. Все очень просто, понятно, я думаю, здесь все окей. Собственно, также, думаю, все знают, ну или, может быть, не все знают, но это несложная тема, что у нас есть файл ResultModifier. Все правильно произношу, сидите, извините за мой английский, так сказать, speak from my heart получается. Что если компонент у вас используется типовой, но у вас не все данные в шаблоне нужны вам, вы можете в шаблоне файлика разместить файл ResultModifier, он автоматом подключится перед файлом template.php, и также можете в нем что-то делать, получать данные, которые потом будут использованы в template.php из файла, из перемены result. И также, я думаю, что все более-менее хорошо понимают, что в компонентах работает кеширование, вы видите это в компонентах стандартных, вы это реализуете самостоятельно, что логику тяжелую, так как генерирует запросы к базе данных, оборачивается в API, которая это все дело кеширует, да, и после того, как данные закешированы, итоговый HTML сохранился, и когда идет следующее обращение к этому компоненту, компонент смотрит, а есть у него кэш, который не про ту, который правильно, который можно отдать соответственно входным параметрам, и все, у нас не дергается остальная часть компонента, которая обернута API, у нас не дергается ResultModifier, не дергается template.php, а сразу отдается готовый HTML из кэша. Я тоже думаю, что здесь все более-менее понятно. Хочу здесь это закрепить на практике и показать. Соответственно, у меня здесь есть раздел «Схема компонента», куда я заранее подготовил баланку, с которой мы с вами будем сейчас работать и общаться. Собственно, это очень простой банальный компонентик, в котором у нас есть получение данных, да, и мы здесь просто-напросто дергаем информационный блок. В данном случае я получаю каталог, пробу с новостями, не принципиально. Собственно, подключаем шаблон, у нас это все дело закешировано, здесь пока без всяких разных подробностей, да, и в шаблончике мы, собственно, эти данные выводим, да, и у нас есть ResultModifier, который что делает, который добирает данные. То есть все то, что мы с вами, то, что я поговорил, то, что, в общем-то, по большому счету все умеют делать, здесь обычно проблем не возникает. Что я хочу продемонстрировать, да, чтобы было наглядно. У меня в компонентах во всех файлах, которые участвуют, стоит метка, собственно, откуда она вызывается, и текущее время. Если мы с вами будем обновлять, будете видеть, что в компоненте в начале у нас время актуальное, оно меняется, а в ResultModifier и в темплейте не меняется, потому что эти данные закешированы. Если я сброшу кэш, станет везде актуально. Понятно, да? Суть в том, что файлы, это очень важно, ResultModifier и темплейт в принципе не подключаются. Что это значит? Это значит, что сколько угодно мы здесь с вами можем вызывать SetTitle и что-то еще, так как файл не подключен, и, естественно, эта функция не вызывается. И никакой SetTitle у нас с вами не срабатывает. Если я кэш сброшу, отлично, все хорошо, да? Сразу сработал. Кэш у нас используется, не работает. Окей. Так, собственно, так делать смысла нет никакого. Здесь все более-менее, собственно, я надеюсь, понятно. Собственно, давайте здесь попробую сделать паузу и ответить на вопросы, если есть. А есть компонент эпилог? Да, сейчас мы дойдем до компонента эпилога. Андрей уточняет, что у нас был вебинар по первой части экзамена, могу ли я дать ссылку? Я могу дать ссылку, но мне придется искать ее так же, как вам, я не храню ее готов. Вам нужно открыть сайт dev, открыть мой блог, там, где был анонс этого вебинара, и увидеть там анонс прошлого вебинара на первый экзамен, скачать там ссылку. Кто-то пишет, что пропал звук. Ребят, как со звуком дела? Плюсик. Хорошо, спасибо, ребят. В целом все хорошо. Если звук не тот, попробуйте переподключаться. Спрашивают про класс PHP. Ребят, я сегодня, к сожалению, не успею, по своему желанию, даже не готовил для D7, для нового класса PHP. Если это интересно, мы можем сделать еще один вебинар, разберем всю та же самую историю для класса PHP. Интересно, я себе это отмечу. Вообще, мне кажется, что там не должно быть принципиальных изменений, может быть, даже на целый вебинар не тянет, но я в любом случае это просто записал, постараюсь его осветить тем или иным способом. Окей, едем дальше. Собственно, то, что я поговорил. Это мы хорошо понимаем, да, собственно, часть компонент PHP не исполнится, та, которая у нас обернута между start, result, cache, да, и, собственно, вот здесь вот include template PHP, у нас ничего больше не отрабатывает. Я закрою, чтобы было проще, на маленьком экране ноутбука не все лазит, но принципиально делаю на нем, потому что потом запись с большого экрана не разглядеть, иногда код можно будет сломать глаза. Собственно, окей, это мы с вами сделали неверно, в ближайшее время нам это не пригодится. Я надеюсь, что мы успеем к этому вернуться и сделать здесь все правильно. Окей, что это значит? Значит, что функцию мы здесь не вызываем. Но у нас есть, правильно как сказали, компонент эпилог. Все хорошо. Это специальный файл, который нужен, чтобы что-то сделать при кешировании. Он срабатывает всегда. Да, здесь можно вызвать какие угодно функции. Отложенные, не отложенные, API, что-то, собственно, делать, и это не будет закешировано. Но логично, что не нужно здесь делать что-то тяжелое. Тяжелое должно кешироваться. Но что-то легкое можно. Заголовок установить, это легкое. Здесь можно. Собственно, у нас шаг следующий – это взять и установить, попытаться в компонент эпилоги. Скопирую его сюда. Собственно, что у меня здесь есть? Давайте мы воспользуемся SetTitle, наше значение реализует count. Count, собственно, у меня определен в компоненте, это количество элементов, которые мы отобрали. Давайте посмотрим, что у нас получается. Мне нужно сбросить кэш, кстати говоря, чтобы это заработало. Сейчас, я думаю, вы все поймете, почему. Все, теперь даже с кэшем я обновляюсь, данные попадают в кэш, этому легко убедиться, сделав отладку, мне что никакие запросы не идут, но при этом у меня все равно разголовок правильно устанавливается. Обратите внимание на последовательность. Компонент, ResultModifier, template. Собственно, мы видим, что опять же здесь у нас время встало, modifier в template, файлы не подключаются, а компоненты пирог у нас точно так же время показывает актуальное. Все в нем, собственно, подключается. Ребят, а что если мы в компоненты пирог с вами сделаем одну такую штуку? Выведем error result. Что я там увижу? И вообще у меня возникает вопрос к аудитории, которая слушает. Вот если мы сохранили итоговый HTML и отдаем его вместо кэша, почему у нас вообще в компоненты пироги можно воспользоваться error result? И ведь кэш сработан. Кто знает, ребят? SetResultCacheKeys. Да, но я его сейчас не использовал. Между прочим, об этом мы поговорим дальше. Смотрите, у меня в компоненте, я надеюсь, что я не забыл убрать, если там есть, нет никаких SetResultCacheKeys. Смотрите. Здесь ничего нет. Почему так? Да, Денис пишет правильно, по умолчанию компонент сохраняет все. И это, к сожалению, потребность обратной совместимости. Когда-то такого функционала вообще не было. Мы не можем по умолчанию отменять все. Но у нас есть огромное важное правило. Так нельзя оставлять. Вы должны четко определить, что легло в кэш. Давайте с вами посмотрим вживую, что происходит. Сейчас у меня идет выборка из элементов информационного блока каталог товаров. Я отбираю ряд данных, и давайте, чтобы было нагляднее, я добавлю сюда detail, текст, если я правильно помню, как это пишется. И давайте мы с вами дампнем result, компоненты пироги. Нет, с detail текстом я написал неправильно, значит. Коллеги, как пишется detail? Кто помнит, или пойдем в доку? Detail. Тогда, возможно, нужно перебросить кэш. Да, действительно, я написал правильно, но забыл перебросить кэш. Мы его перебросили. И видим, что у нас компоненты пирог выплевывают кучу разных данных. Они в него попадают. Что это значит? Что это, ребят, все хранится в кэше. И если вы захотите узнать, увидеть это вживую, я рекомендую это делать, чтобы понимать, что происходит. Вы идете в раздел Bitrix, в раздел кэш. В данном случае это будет раздел S1. Это будет раздел вебинар 31.03.27, это мой namespace компонентик демо, дальше идут, собственно, именования уже битриксоидные. И что мы здесь с вами видим? Мы с вами видим, что это файл кэша, который подключается, и в нем хранится итоговый HTML. Здесь можно глазами видеть, что это сериализованный массив, по большому счету, да, или объект, принципиально. Вот у нас хранится итоговая HTML, она маленькая, и также лежит огромный массив, VARS, вязает все наши переменные, которые получены, огромные данные. И это у меня демо-каталог, там 12 элементов, 24 элемента всего, да? А вы представьте, если здесь будет, ну я не знаю, каталог из 100 элементов, 1000 или 2000, вы их получаете, обрабатываете, делаете некоторый итог и отдаете итоговую цифру, или там, не знаю, страничку, и каждый раз все это прилетает в кэш. Это крайне неправильная ситуация, такого быть не должно быть. Собственно, мне кажется, что вот эта часть понимает уже далеко не все, приходят на экзамен, сдавая, мы много про это спрашиваем там, и сдаем задания на это. и не понимая, как это все устроено до конца, ребята просто не доделают. С этим важно разобраться очень подробно. Собственно, откуда берется? Переменная errorResult хранится также в файле кэша. Собственно, мы с вами это посмотрели, да, где он хранится, из чего он состоит. Ребят, что это значит? Что схема превращается уже вот в такую, она близится к концу, что у вас не просто сохраняется HTML в кэш, а сохраняется errorResult. В ResultModifier также можно на это повлиять и, как сказать это правильно, доложить в errorResult то, что должно сохраниться. Я это покажу. Темплейт сохраняет, собственно, HTML-ку, и эта вся штука errorResult из кэша. Очень важно понимать, что errorResult из кэша – это другой errorResult. Он отличается от того, что доступен в темплейт PHP. То есть они по умолчанию одинаковые, но это разные вообще переменные, и у вас по-хорошему все сделано, они будут с разными значениями. Это доступно в компонент эпилоги. Собственно, размер кэша крайне важен. Как я уже сказал, если там будет данных 100, 200, что-то еще, вы их забьете. Если там дергаются куча свойств, там, если дернуть все property, то там количество вложенных массивов элементов возникает огромное. И мало того, что там он длинный файл, его нужно хранить в памяти и считывать, его нужно распарсить. Я на практике не раз сталкивался вживую, что приходилось лечить проекты, где на главной лежит какой-нибудь компонентик, который обсчитывает огромный каталог, выдает какой-нибудь там топ чего-нибудь или что-нибудь в таком духе. И там не применен метод, который определяет, что нужно хранить в кэше. Там, конечно, вообще ничего не надо хранить. Он отдал просто шаблон, он даже ничего не делает, не передает данные никуда. Размер кэша достигал 5 мегабайт. Естественно, когда он пытался парситься, все слетало нафиг. То есть сайт не выдерживал и хостинг ложился. Я сейчас не скажу конкретные цифры, но я думаю, что если у вас размер кэша в компоненте подгребает к мегабайту, это что-то уже неправильное. Давайте мы с вами посмотрим, сколько у нас сейчас здесь занимает размер кэша. Давайте я уберу, чтобы вывод, чтобы не путаться, что происходит. То есть дело не в том, что мы выводим. Да, то есть у нас на самом деле вывод-то не такой и большой. Ага, это я не туда посмотрел, не то закомментировал сходу. Вывод-то у нас не такой и большой должен быть. Вот у нас весь, собственно, наш шаблончик успешно ставится у нас заголовок. И мы можем в инструменте отладка статистику детальную кэша включить. Оп. Что он нам покажет? 36 килобайт. 36 килобайт кэша, чтобы просто вывести вот это вот. Много или мало, я это не знаю. Мы сейчас с вами сравним. Да? Собственно, что у нас есть? Действительно, у нас есть API SetResultCacheKeys, которая определяет, какие именно ключи errorResult будут сохранены в кэше. Обратите внимание, если вы, допустим, хотите почитать количество элементов и делаете это в локальную переменную в компоненте, а не в ключ errorResult, она не попадет потом в кэш, вы ее потеряете. Такую ошибку тоже иногда совершают на экзамене. Взяли count, возвели, посчитали, установили, она потом в кэш не попала, и при запуске кэша попала не в кэш, залог не ставится. К сожалению, ошибка. С такой ошибкой экзамен сдать можно, но это просто ошибка, это минус, и при наборе определенного количества минусов тоже вы экзамен, по сожалению, не сдадите. Ну и если вы такой, допустим, в проекте, у вас просто потеряется часть функционала. Также мы встречаем на экзамене ситуацию, когда вызывают SetResultCacheKeys и передают в нее все. Вот все, что есть, ключи и идемсы, то же самое, что вы его не вызывали. Какой смысл? Пихать по умолчанию в вашем компоненте, ведь ваш компонент – это строгая логика, вы берете минимум. Если вы не берете стандарт, значит, вам не нужно, вы не хотите с собой тащить эту логику большую. Она работает дольше, там сохраняется больше данных. Он же очень сильно универсальный. Свой компонент позволяет решить задачу точечно, с минимальными отстаяниями сервера, оптимально и так далее. Конечно же, нужно сохранить только один ключ, два, три, которые вам нужны. Остальные что сохранять не нужно. Поэтому items, элементы и прочее не нужно пихать просто так собой в кэш. Это в теплых компонентах используется, потому что там потом может быть в отложенных функциях меняться любые свойства, что-то еще. Там размещается в кэш очень много. Но это не минус любого универсального решения. Компонента стандартное это решение универсальное. Собственно, все, что нам нужно установить, что мы помещаем в кэш, посмотрим, что, собственно, изменилось, и обращу ваше внимание, что, собственно, не только компонент эпилог можно, и, вообще-то, в ваших компонентах вам не нужен компонент эпилог. Вы работаете по помощи с компонентом PHP. Он тоже работает в некешируемой части, использует и реализует из кэша. Собственно, кстати, мы сейчас вернемся и откроем, просто чтобы вы видели, как изменится файл обязательно. Так, наш кэш – это наши компоненты. Мне сейчас пригодится моя полная заготовка, мой полный компонент. Я отсюда скопирую вызов. Он очень простой. Собственно, мы перед тем, как подключить шаблончик, мы говорим, что компоненты, что ты помещаешь в кэш только один ключ из reset count. Собственно, мой счетчик. Почему этот ключ? Это именно тот ключ, который я и буду использовать дальше в компонент эпилоги. Вот он. Я отсюда ставлю. Да? Никакие другие мне переменные не нужны. Мне не нужно тащить с собой весь reset news, все мои новости, чтобы здесь от них вызвать count. Конечно же нет. Да? Как вы помните, все это попадет в кэш и будет там занимать огромное количество места. Собственно, мы все сделали. Давайте сбросим кэш. Посмотрим, что у нас получится. Все еще у нас правильно работает, значение ставится, но кэш стал 1 килобайт, в 30 чем-то раз меньше, Потому скорость распарсения просто изменилась мгновенно. Собственно, что еще хочу вам продемонстрировать? Что у нас... Вот эта вот часть компонента за вот этими скобочками, за подключением шаблона тоже работает. И это не кешируемая часть компонента, если так можно выразиться. Ну, просто потому, что кешируемая область определена. И здесь тоже доступен Error Result. Мы сейчас его дампнем и посмотрим, одинаковый ли он с эпилогом. В данном решении, в данной реализации. Да, смотрите, то есть у нас есть компонент эпилог, есть компонент end. Это значит, что они отрабатывают на каждом хите начало, это у нас в кэше не отрабатывает, отрабатывает компонент нижней части. Значит, что вам, когда делаете свои компоненты, вам не нужно тянуть с собой никуда компонент эпилог. Вообще, это часть шаблона для кастомизации. Вы вот этот вот элемент, используете в вашем компоненте здесь. Все. Все точно так же у нас отлично дальше работает, никаких вопросов не возникает. Если вы откроете наши компоненты стандартные, вы увидите, что все, что связано с отложенные функции, установка заголовок, ключевых слов и вся остальная эта история, она именно здесь и обрабатывается. Ребят, и еще обратите внимание, что компонент end – это часть после компонента эпилога. И если вы кастомизируете какой-либо компонент и устанавливаете там заголовок, то стандартный функционал компонента может его потом переставить, так как он там, собственно, реализован, если включена соответствующая опция в компоненте. Учитывайте это, там бывают интересные нюансы, ребята сходу не разбираются, и потом у них возникают вопросы. Ну, собственно, ура! Мы пришли к той самой итоговой схеме компонента, которую я вам показывал в начале, по частям. Я надеюсь, что стало теперь все ясно. У нас компонент PHP срабатывает для реализации логики. ResultModifier нужен тоже для расширения логики. Темплейт у нас оформляет при представлении. Когда сработал кэш, это все у нас больше не работает. В кэш у нас сохранился Error Result, тот, который мы определили, это очень важно. Сохранился HTML. Дальше у нас доступны файлы компонента эпилог, или, если вы кастомизируете, или, собственно, часть компонента после кеширования, если вы делаете свой, куда переходит из кэша Error Result, и вы можете что-либо делать. Ну и, собственно, прилетает HTML из кэша, или, если не кешируется, то то, что отдал TP.php напрямую. Все очень просто. Ну, может быть, не очень просто, но на самом деле, если один раз разобраться и спустить на практике, то не так уж и сложно, я бы сказал. Да, собственно, то, о чем я говорил. Компонент POPAM не нужен в своем компоненте, и определение данных от получителя в кэш обязательно. Собственно, если вдруг вы ходили на экзамен, не сдали, получили именно эту ошибку, я хотел бы вот просто еще раз вместе с вами открыть правила. Да, ну, правила экзамена. Давайте я еще раз, где их открываю. Да, у нас есть сайт, сертификация, экзамены, материалы для подготовки, раздел в левом меню. У нас есть описание двух экзаменов, экзамен номер 2. Собственно, здесь у нас темы и требования к решению. Открываем. Здесь у нас все темы перечислены, которые у нас будут. Я сейчас открою тему компонентов. События, создание компонента и кеширование в нем. И прям вот правило. Динамические данные кешируются. Логика должна работать верно и при кешировании, и при не кешировании данных. Пятый. В кэш компонент сохраняются только те переменные, которые способны не кешируемой части. Важное правило. Нельзя не соблюдать. К сожалению, из-за этого частенько экзамен не сдают. Я надеюсь, что после этого вебинара мы и ваши знания подтянем, ситуацию по экзаменам выправим. Так, ну, собственно, я готов поотвечать. Мы рассмотрели самую большую и сложную часть сегодняшнего вебинара. А если быстрый за этот кэш-кей вообще без ключей, то есть ничего не нужно вкопить. Да попробуйте, я думаю, что это именно так и сработает. Только не без ключей, а, скорее всего, пустой массив передать нужно ключей. Если вы вызовете SetResultCache кэш-кейс без параметров, я думаю, что может и не отработать. Но это просто практика, попробуйте, тут все понятно. А Сэн спрашивает, видно ли, что он пишет. Да видно все, спрашивайте, можно писать вопросы. Если в ResultModifier ничего не нужно, SetResultCacheKeys отправляет пустой массив. Но не только в ResultModifier, но и в принципе дальше, точнее даже в компоненты проги не нужно, да, вам нужно отправлять пустой. Что писать в ResultCacheKeys, если требуется закешировать назначение свойств элементов, а только выносить их в отдельные ключи? Вы можете собрать отдельный вам нужный подмассив, который выглядит как элемент properties value, и туда положить, соответственно, подмассивы со свойствами. Если вам нужно много, но положите весь список элементов со всеми свойствами, если там нет подобного описания и чего-то еще. Если есть подобное описание, оно наверняка не используется, соберите себе отдельный ключевой реализатор, где лежит только то, что нужно. Антон пишет, что вывод чего-либо компонента – это нарушение MVC. Конечно, нарушение, мы ничего не выводим. SetTitle – это не вывод, это заменение ранее сделанного вывода на конкретную переменную. Это точно не вывод. Но сделать какой-нибудь эхо HTML, тегов, чего-то еще не надо. Для этого у вас есть темплейт, и оно должно именно так и работать. Максим спрашивает, где в документации все это сказано. Я ссылку не привел, да? Соответственно, смотрите, ребят, и в видеокурсах целые уроки посвящены этому. Я сегодня ничего нового, на мой взгляд, кардинально не рассказал. Там все это есть. И в текстовом курсе «Разработчик GitHub Framework» подробно расписана схема работы компонента. Это там все есть. К сожалению, я почему-то не сделал ссылки. Пожалуй, стоило бы. Давайте я презентацию добавлю. Когда буду выкладывать, оно здесь уже будет. Ссылки на доку, на компонента. Окей, есть. Андрей спрашивает по заданию, которое мы начинали. Да, сейчас мы к нему и придем. Сейчас. Да, нужно воспользоваться компонентом пиогом, но там не все так просто. Сейчас еще будет нюанс. Ну окей, хорошо. В целом здесь все по вопросам я ответил, а по формату вопросов тоже понятно. Я надеюсь, все действительно понятно, раз их не так много. Есть какие элементы, немножко ну, которые могут встретиться, так скажем, и мы это обязательно эксплуатируем на экзамене при кастомизации типового компонента. Собственно, нужно вообще хорошо понимать, что когда вы работаете с компонентом, это не просто файлы, у вас же есть целые объекты, CBTS-компонент, template. Вы когда обращаетесь к VIS, переменной в файле компонента или в файле шаблона, это, собственно, целые объекты. Там есть разные переменные. Изучайте, смотрите, да, чтобы понимать, какими объектами вы вообще можете оперировать. Мне кажется, нужно всегда это понимать. Собственно, если мы используем стандартный компонент, и нам нужно какие-то данные, допустим, применить в той же самой отложенной функции, их может не быть в кэше. Компонент стандартный не считает нужным их там хранить. И давайте мы с вами сейчас, собственно, вернемся к этому заданию, да, которое было. Нам с вами нужно из новости установить вот сюда вот данные. Мы с вами помним, что в темплейте, соответственно, я попробовал сделать ResultModifier, но ничего у меня хорошего с этого не вышло. Собственно, так оно и должно быть. Давайте мы сюда принесем с вами теперь компонент эпилог. Ведь по логике, да, ту, которую мы сейчас с вами рассмотрели, помочь должен именно он. И то, что я писал здесь, у нас переедет в компонент эпилог. Что у нас получается? Ничего, не работает. Почему? Ребята, почему? Или я ошибся где-нибудь? Вроде все правильно сделал. Кэш надо сбросить. Ну давайте. Давайте сбросим кэш. Вот я кэш сбросил. Вот я его установил. Давайте убедимся, что файл подключается вообще. Подключается? Подключается. Нет items с кэша. Ребята, это очень правильное предположение. Да, я, собственно, для этого я оставил сразу сайт. Давайте мы вообще посмотрим, с чем мы можем работать здесь. Смотрим. У нас есть тут элементы. Элементы есть. Но тут у нас что есть? А, да, собственно, у меня же здесь items, а здесь элементы. И там только, ну, я так подозреваю, что это, наверное, айдишники и что-то еще, и все. И не густо. Собственно, поэтому возникает вот этот интересный нюанс. Если вы знаете все, что я вам сейчас рассказывал до этого, знаете объекты, которые вам там доступны, вы задачу-то решаете легко. Вы докладываете в кэш необходимые данные. Как мы это делаем? Ну, собственно, то, что у меня было на слайде. Мы можем обратиться к переменной компонента из шаблона и вызвать ее метод SetResultCacheKeys. Обратиться можно двумя способами. У нас прям такая переменная есть, как компонент, with, но или, как мне кажется, более вариант красивый, это сделать GetComponent. Да, давайте попробуем. То есть, что я делаю? Я беру текущую переменную, текущий объект. Да, это у меня будет объект компонента. Я делаю обращение к текущему. Говорю GetComponent. Давайте посмотрим, все ли я сделал правильно. Действительно, у меня здесь будет доступный мне объект компонента, с которым я могу общаться. Что не так написал? GetComponent. О, и это самое. Я же не там. Это же у нас не... это же у нас не шаблон был. Давайте сбросим. Вот у нас, собственно, наш объект. Тут много чего есть. Собственно, самое главное, мне доступны его методы. Пожалуй, я еще не показал, собственно, почему у нас-то нету, ну, казалось бы, нужных нам переменных. Да потому что если мы обратимся в исходный компонент, битрексоидный, да, наш стандартный, это у нас newsList компонент. Здесь с вами найдем установку ключей. Да, собственно, вот оно. То есть все типовые компоненты сегодня так делают. И высокая вероятность того, что не все нужные вам данные будут здесь учтены. Ну окей. Собственно, вот у меня есть объект. И чтобы уже окончательно все сделать правильно и вас из себя не путать, мы идем получить компонент ResultModifier. Так. Добираем данные и работаем с API, мы ResultModifier. Это наиболее правильный путь. ResultModifier. Собственно, мы по большому счету даже файл компонента, по идее, трогать с вами, файл шаблона компонента даже с вами трогать и не будем. Собственно, я получил здесь объект. И теперь что делаю? У меня сейчас файл ResultModifier. Это файл, который кешируется, но на который исполняется на тех хитах, которые не кешируются. Так как он исполняется на тех хитах, которые не кешируются, мы говорим, пока ты исполняешься, ну-ка доложи-ка, пожалуйста, в кэш нужные нам данные. Да, и именно здесь мы с вами и делаем вот эту вот штуку. Давайте я проверю, что у нас в ней вообще есть нужные нам данные. Данные нам нужные есть. Давайте мы сделаем соответствующий ключ, который будет называться myInfo. Да, то есть это просто дополнительная информация, которую я хочу хранить. Кэша. И мне нужен SetResultCacheKeys. Давайте я возьму отсюда. Собственно, вызываю я его не вниз, а от того объекта, который был получен. Да, то есть я получил объект компонента, вот именно теперь могу воспользоваться этим вызовом. И, собственно, сохраняю ключик, я говорю, что из Result, пожалуйста, используй myInfo. Что получается? ResultModifier – это то самое место, в котором можно и нужно дополнять error result. Ну, собственно, для этого фактически и создан. На том хите, когда кэша нету, он будет создан. И он будет создан в счет того, что здесь получены новые данные, и что установлен этот ключ. Давайте мы с вами попробуем. Значит, ResultModifier у меня ключ установлен. А здесь я его, собственно, использую. Если мы все сделали правильно, то, по идее, должно сработать. Здесь используется myText, midText. Собственно, здесь errorResult. myInfo. Вот таким вот образом. Давайте посмотрим, все ли я учел, ничего ли не забыл. Ура! Работает. Мы его пробросили в хедер. Да, если вы еще не забыли, мы в начале с вами сделали в хедер PHP шаблончики. Там у нас здесь устанавливается ShowProperty. И вот оттуда аж из компонент эпилога, предварительно задав необходимые данные в ResultModifier, мы его пробрасываем. Да, и теперь, собственно, наша исходная задачка, похоже, что решена. Так, это мы сделали. Собственно, еще обратите внимание, есть еще переменная template-data. Вот здесь вот по ссылочкам переменные, да, обязательно почитайте, посмотрите после вебинара дополнительные данные. Собственно, есть переменная template-data, которая позволяет в template PHP положить в нее данные, и она именно в таком виде будет доступна в компонент эпилоги. То есть она автоматом, так сказать, поддерживает кешером. Какую еще иногда совершают типичную ошибку? Это, конечно, ошибка не фатальная, но это неправильный подход. Опять же, может быть, не разобравшись в ситуации, берут и прямо в компонент эпилоги делают get-list, получают нужные данные и еще ставят. В рамках экзамена ошибка не фатальна. В рамках проекта может быть вполне быть фатальной. Компонент эпилог не кешируется. Вы на каждый хит получите обращение к базе данных, вычисление, что-то еще. Это неправильный подход. Так делать не надо. Вы должны все, что нужно вам добрать в ResultModifier, сохранить в кэше и потом уже спокойно использовать в компонент эпилоги. Ну, собственно, ура! Возвращаясь к этой задаче, мы с ней наконец-таки справились. Это мы с вами все посмотрели, какие доступны, доложили недостающие и решили задачку. Ура! Основной блок я закончил. Собственно, у нас даже по времени, по большому счету, мы уложились. И будет блок ответов на вопросы и чуть-чуть еще информации. Давайте сначала ответы на вопросы. Ребята, все сообщения видно. Это не чат, это вопросы участников к ведущему. Вы друг друга не видите, а я вижу. Все, не переживайте. Да будет запись, по крайней мере, она идет. И если никакого сбоя при ее сохранении не будет, конечно же, я выложу. А сын спрашивает, зачем нужен get-компонент? Вы можете написать виз. Нет, почему нельзя виз? Потому что в шаблоне виз это не объект компонента, это объект шаблона компонента, это другой. И вам нужно сначала, но в нем есть ссылка на объект компонента, поэтому нужно сначала таким образом ее получить. Александр спрашивает, будут ли проблемы при работе с композитным режимом, композитным кэшем. Не очень понятно, какие могут быть проблемы. Где будет презентация? Я думаю, что я выложу ее в блог, там, где анонс вебинара, там же выложу запись и презентацию. Денис уточняет, каким способом идеологически верно в кешируемой части разместить компонент обратной связи, например, внутри детального текста новости. Такие задачи могут быть. И вы знаете, есть прям целые задачи, связанные с тем и способы решения, как в кешируемую часть что-то впихнуть динамическое. Я сейчас вам не расскажу это по ходу, но может быть интересная тема для дальнейшего рассмотрения. Григорий уточняет, а как же тегированный кэш? Тегированный кэш – хорошая тема, он также раскрыт в видеокурсах. Я хотел сейчас еще раз поговорить про базу, возможно, как-то более понятнее, нежели это уже было дано. Можно дальше пойти в тегированный кэш, если будут запросы. Но, Григорий, что не хватает в курсе, каких данных по тегированному кэшу? Мне кажется, мы это хорошо показали и объяснили. Эмиль, разницу между API, GetProperty и GetPageProperty, ну, посмотрите вы в документации. Можете даже открыть исходник. Там ничего принципиального я вам не объясню. Это же просто API их метод, просто их описание. Расскажите про отложенные функции в шаблоне комплексного компонента, например, в элемент PHP. Нужно очень хорошо понимать, что шаблон комплексного компонента по устройству чуть-чуть отличается. И страница комплексного компонента, что более правильный термин, где подключаются обычные компоненты, она не кешируется, там нет кэша. И будет неправильно там что-то динамически сложное дергать. Это чистый роутер. Поэтому вы все убираете в обычные компоненты, в них все делаете. Это наиболее правильный подход. Ну хорошо, я вижу, что пошли больше орг-вопросы, по теме не сильно много. Я постараюсь, ну, наверное, в понедельник выложить запись, сегодня вряд ли я успею. Вот, опять же, ребят, я надеюсь, что будет все хорошо с ней. Сергей, да, очень хорошо, что вы повторили вопрос. Задание фильтра в простом компоненте. Есть такое подзадание: при основном фильтре не кешировать. Какой самый верный вариант решает вопрос? Вызвать отмену кэша через специальную функцию или можно просто установить время кеширования 0 и хватит. Сейчас на экзамене оба метода будут одинаково верных. Они будут приняты полностью и так далее. Собственно, наверное, более читаемый способ, ну то есть другому разработчику будет понятно, если вы делаете проект, если вы в явном виде сбросите. Да, но тогда вам нужно понимать, что вы должны на входе функции StartResultCache уже какую-то внести переменную, потому что чтобы вы дошли до сброса вообще, чтобы попали в кэш, да, он попытался сделать его другой, и вы его там отмените. Но также, даже если не ошибаюсь, в наших компонентах собственных есть подход, когда просто ставится время кеширования 0, это тоже работает. Вот, поэтому я думаю, что мне сейчас нет ответа, что какой-то из них неправильный. Нет, я думаю, что оба вы можете использовать, и это будет верно. Максим все говорит, покажите, пожалуйста, код компонента, который правильный. Максим, не нужно копипастить что-то правильное или неправильное и надеяться, что это прокатит. Если вдруг, конечно, я, может быть, там утрирую или что-то еще, я не имею в виду, что там вы не можете справиться. Самый правильный подход – это все то, что вы сегодня услышали, видели, взять документацию, собрать самому компонент. Если вдруг не получится, попробовать что-то поразбираться, а не скопировать, что у меня там сейчас написано. Но материалы я выложу. Постараюсь, по крайней мере, оформить в том виде, чтобы мне было не стыдно было на дальнейшее использование всем. Окей. Значит, соответственно, вопросов по теме пока что нету. Максим говорит, вопрос, как в документации я сделал, и мне не зачли экзамен. Максим, нет, значит, вы не сделали как в документации, если вам не зачли экзамен. Так, собственно, хотел еще сказать пару слов про ShowViewContent. Тоже API-функция, в общем-то, по большому счету стандартная. Давайте мы быстренько ее с вами найдем в документации. У нас есть в том числе и на экзамене про нее задание. Работает она очень-очень просто. Это тоже ставится метка. Давайте мы с вами куда-нибудь ее в шаблончике. Header. Вот здесь у нас блок новостей, куда-нибудь под блоком новостей. Тут, пожалуйста, покажи нам. В компоненте используется вот такая вот комбинация. Так как это ориентировано именно на вывод готового сверстанного HTML, и самый, наверное, понятный пример, который есть в нашем продукте, это когда ваш компонент, который выводит список товаров и строит фильтр в странице, в контенте, отдает в шаблон сам фильтр, чтобы его там более красиво показывать, а не в теле страницы. Соответственно, мы также можем это реализовывать. Давайте мы вернемся к нашему компонентом. Шаблончик. Вот он наш компонент. Здесь мы, собственно, делаем передачу данных. Да? Это работает очень просто и легко. Вот таким образом. То же самое. Вообще то же самое, только для передачи данных используется не одна функция. Да, потому что здесь мы хотим дать целое HTML, поэтому используется здесь целая вот такая комбинация. Пусть будет что-нибудь текст. Много-много текста здесь какого-нибудь. Все, давайте попробуем посмотреть, получили его, если у нас ничего я не потерял для реализации. Вот я сбросил кэш, оно все появилось, и давайте мы сейчас уберем кэш и посмотрим, сохраняется ли оно. Сохраняется. Ребят, это исключение, если так можно сказать. Эти методы, они были разработаны для использования в шаблоне, поэтому они красивые, хорошо поддерживаются, и не нужно переживать о кешировании. Собственно, в общем-то, все. И давайте я постараюсь еще по максимуму ответить. Нет, Григорий, я сегодня совсем ничего не делал по теме D7, Asset, но это же просто аналоги, да, это не изменяет технологию, а изменяет метод вызова API. Насколько я понимаю, это по большому счету пока что все примерно то же самое по технике под капотом, и с точки зрения того, как вы реализуете это на API, тоже, в общем-то, не сильно меняет картинку. А можно ли таким способом передавать вызов компонентов, уточняет Андрей? Да, им, знаете, я настолько глубоко не копал, на память не помню, я бы сходу не стал так делать, не разобравшись подробно, как это будет срабатывать. По большому счету, мы рассчитываем там видеть HTML. Подождите, как вы там PHP передадите? Не передадите. Это же отложенная функция. Вы просто подтасовываете и передаете вверх готовые HTML. Вот. Заменяя метку. Нет, там никакой PHP, по идее, передавать нельзя, вызов компонента, хоть что. PHP там не будет отрабатывать. Анастасия спрашивает, нужно решить задание. Да, Анастасия, сегодня мы уменьшили задание по отношению к тому, как это было в начале 2016 года. В конце 2016 года мы анонсировали небольшой апдейт второго экзамена, задание стало меньше, но требования стали жестче. Все задания нужно решить верно. Мы понимаем, что идеально там нельзя ничего делать, мы ошибаемся, не замечаем чего-то, можно совершить ряд ошибок, но по факту все задания должны быть сделаны изначально, и не должно быть ошибок, которые мы выделяем в правилах как важные, жирные, со знаком восклицания, это точно не стало сразу. Если будет много ошибок в принципе, да, не только важные, как обычного, да, приоритета, но их много, тоже можно не сдать, поэтому, конечно, нужно в целом выполнить задание хорошо. Ярослав спрашивает, что ли такие широко динамические данные в компонентах своих слушателей, например, на десяток тысяч записей. Ярослав, а что вас мотивирует не кешировать? Ну, то есть в моем представлении, если бизнес-логика не требует другого, вы по умолчанию кешируете всю динамику. Да, если там хоть какая-то минимальная есть нагрузка, объем или посещаемость. Да, и не кешировать нужно в том случае, если это влияет на логику и не может быть, допустим, закешировано по каким-либо причинам. Но обычно кешируется на хотя бы минимальный срок вполне. Когда не нужно кешировать, это обычно очень специфичные, сложные, большие проекты, когда меняется много данных и что-то еще, когда скорость кеширования, убирания в кэш, доставания в кэш сопоставима с настройкой базы данных уровня железа, что могут проще не кешировать. Но это не тема, там, не предмет типовых проектов. Александр спрашивает, можно ли в кешируемой области, например, ньюслист, вывести не кешируемые данные, например, счетчик просмотров. Конечно, можно. Обратите внимание на наши типовые каталожные компоненты, которые строят список товаров, при этом позволяют там что-то сравнить, оценить, положить в корзину, что-то еще. Там прям много всего, эпилогов, JS и так далее. Там можно брать прям готовые примеры, как это реализовано. Сергей спрашивает, можно ли с AJAX использовать BX или jQuery? Да, как вам удобно. Если вы работаете хорошо с jQuery и знаете ее, пожалуйста, используйте ее. Встроенная библиотека имеет свои преимущества, что она встроена, мы там даем готовые, красивые, всплывающие окна в интерфейсе системы и так далее. Но jQuery тоже можно использовать нашей платформой, вполне здесь мы не ограничиваем. Можно ли в самом template под тегами скрипт вывести переменную template folder? Сергей, я затрудняюсь понять за задачу. Вы в шаблоне template PHP вводите какие угодно данные. Они сохраняются в кэше в итоге HTML. Дальше вы с этим работаете. Я не сильно понимаю, какая задача, и сможете ли вы это использовать, но вы же можете любые переменные вводить. Тут ничего нет. Денис спрашивает, какой-то аналог пары для использования вне шаблона. Я думаю, что, наверное, ваша отложенная функция, самостоятельно написанная, скорее вам подойдет. Она пишется очень легко, там буквально вызова 3 функций. Роман спрашивает, если забыл принести в папку local, это серьезная ошибка или закройте глаза? Это не то, чтобы серьезная ошибка, мы же просим использовать папку local на втором экзамене, не потому что мы проверяем это знание, мы проверяем это знание в первом экзамене. А чтобы понять, не проверять было, где что искать. Нет, конечно, мы не забаним за это, как бы это не является той ошибкой, за которую снимается там балл или что-то еще. Это орг-часть скорее. Павел спрашивает, что после сдачи первого экзамена мне пришло приглашение на работу. Случайность. Я вам приглашение не присылал. Все участники процесса сдачи экзаменов очень серьезно предупреждены и предотвращены какие-либо попытки хакинга, потому что мы прекрасно понимаем, что здесь не может быть никаких двояких ситуаций. Партнеры отсылают к нам на экзамены, мы в никаких обстоятельствах не желаем участвовать в распространении данных, квалификации его сотрудников. Как у вас это сработало, не знаю. Можно ли исключить кеширование формы обратной связи? Что форма обратной связи кешируется тоже? Наверное, если в компоненте есть, отключите. Если пишите свою, не делайте. Ну, зачем кэш для формы обратной связи, если это обычная форма обратной связи, а не целый компонентище, который на формах, и, может быть, он там и не нужен вовсе. Ребят, ну если кто-то пишет что-то еще, в общем, вы напишите, я еще минутку подожду. В общем, мы и плановое время вебинара провели, и, в общем-то, я, как мне кажется, на все основные вопросы ответил. Давайте еще 2 минутки, до 35 минут жду то, что вы напишете, отвечаю, и будем с вами завершаться. Ожидается какая-либо документация по новому компоненту SEO Order AJAX, а именно по его скрипту. Я не знаю о таких планах, и, к сожалению, что-либо, что будут ли описывать именно по компоненту, а не просто по API. Иргалин уточняет, повысив метода start вязать SetCache с эрой пустым. Кэш сохранится или нет? Я же не помню на память, вызовите, посмотрите. Это же все просто вам проконтролировать. Вы откроете файлы кэша и посмотрите, что в нем хранится. Камиль, вы спрашиваете последовательность вызова. Мне непонятно, будет ли работать. А что будет работать? Говорит, причем есть SetProperty Description, SetProperty Description и GetTitle. Посмотрите еще раз запись вебинара, что я рассказывал про Get, Set и Show. Как эти методы работают, для чего они нужны. Мне кажется, все-таки мы могли не до конца разобраться. Владимир уточняет, как определить компонент, в котором последним установлен SetTitle. Вы знаете, мне кажется, такое было заложено где-то у нас в продукте. Я не уверен, что я смогу это вспомнить сразу. Но где-то. Смотрите, текущий заголовок страницы. И это, как мне кажется, мой компонент, который я сегодня готовил. Да? То есть namespace. Это код компонента, а это собственно, заголовок. Да, то есть здесь показано, кто последний установил за заголовок. Да, вот таким вот образом. Илья Дмитриенко спрашивает, когда будет курс по D7. Так у нас курсов по D7 аж целых 2 штуки, или вы имели в виду экзамен? Экзамен мы, в общем-то, можно сказать, сделали, но он ждет своего часа, когда его доработают до вида, по которому можно представить всем и выпустить. Илья, у нас видео курсов аж целых 2 штуки по D7. Посмотрите, пожалуйста, на Академии в разделе «Самообучение для разработчиков». Дмитрий спрашивает, с какого компонента вы предлагаете делать задание? Мне очень понятно, с какого компонента делать задание. С какой задание и с какого компонента? И зачем делать? Спасибо за вебинар. Выложите, пожалуйста, материалы. Да, я постараюсь все это дело оформить и выложить, чтобы осталось. Так, Илья, давайте мы с вами разберемся все-таки по курсу по D7. Я вам уже 2 раза ответил. Вы все спрашиваете. Курс или экзамен? Если учебный курс, то целых 2 подробных видеокурса по использованию D7 вам доступны уже, наверное, несколько лет, хотел сказать, но год точно. Камиль, я не очень понимаю, что у вас за задача, связанная с не установлен GetProperty, то ставится GetTitle. Что GetProperty, GetTitle – это вообще вещи, связанные с получением значения. Вы используете show и set, чтобы решить задачу. Get нужен, ну, в общем-то, не сюда и не очень понимаю, какой задачи вы это спрашиваете, Камиль. Ну, мне сложно дать вам совет по здесь существу. Может быть, напишите мне на academia@1xbitx.ru в целом задачу, что у вас не получается, я постараюсь помочь. Но как вызывается API, как они работают, вы можете легко посмотреть в исходниках, собственно, что там у них есть. Ребят, ну спасибо большое. Спасибо большое всем. Собственно, спасибо вам большое за участие. Я надеюсь, что материалы я постараюсь уже в понедельник отдать. Последний вопрос, который я озвучу, спрашивает Дмитрий, из какого компонента вы предлагаете делать задание на экзамене каталог товаров? Я предлагаю делать его с нуля. По необходимости, ну, понятно, что код набирать вручную долго, копировать нужные вам элементы. И если вы возьмете любой типовой компонент, ньюс-лист или каталог секшн, да, это получается, вы там 90% кода снесете. Мне кажется, это менее удобно. А так не принципиально, вам нужно 3 раза вызвать там get-list, ну или 2 раза, в зависимости от задания. Ничего сложного. Спасибо большое, ребят. Всего хорошего.